воскресенье будет хлебопреломление. Причастие. Хлебопреломление. Давай вечеря. Давай вечеря. В воскресенье будет хлебопреломление. О, подготовка началась. С датами определились. У нас дети едут с 5 июля по 11 июля, а с 12 по 18 июля едут подростки. Ты едешь? Еду. Молодец. Главное приключение лета, гора Преображения, ждет вас. Привет. Привет. Что ты делаешь? Смотри, как будто они собрались. О, как домашняя группа. Точно. А можно я тоже приду? Заходи. А я еще печеньки с собой принесу. О, класс, а мы тогда чайник поставим. Приходите и вы на домашнюю группу. Мы бы хотели, чтобы здесь были реальные люди. Да. Лето наступает, время отпусков. Почему бы нам не поизучать английский язык, читая русско-английский Новый Завет? Прекрасная возможность. Не проводить время зря, почитать и поизучать и английский, и Новый Завет. У нас есть замечательная книжка «Целительная сила общения». Что нам нужно, чтобы были вокруг наши друзья, чтобы мы могли с ними пообщаться, поговорить. И это приносит нам облегчение, исцеление. И иногда, конечно, приносит некоторые огорчения и обиды. Но все равно книжка достаточно полезна. Вы посмотрите, почитайте. А еще у нас